меня еще 150 метров. Я... Скинем конфу, чтобы повесили стать. Як макаряк. Ах, ща. Как тебе новый патч в доточке? Ну, пока смешанные впечатления. Офигительный. Лучшее, что случилось с дотой. Блин, а у тебя меня в друзьях, что ли, в контакте нет тебя, у меня меня уже. Что за хрень? Тебя у меня нет в друзьях ВКонтакте? Ну, или... да, я полагаю, у меня всего их не так много. Фига ты, блин, выканул. У меня всего штук 15. А, да? Понятно. Ну ладно. ВКонтакте я затворник. Понятно. А быть частью сообщества в миллион человек? Какого сообщества? Ну, допустим, быть у тебя в друзьях. Это не так престижно и клёво. Да, у меня они... А сколько у тебя друзей? К сожалению, 5 тысяч? Нет, 4 человек. Нет, ну, 8 тысяч. Ну, еще подписчиков, кстати. Ну, короче, вот. 12. Ты давай в Твиттере хотя бы, да, твитни, я ретвитну. Прокачаю тебя. Ох уж это прокачка Твиттера через Infestation. Да, так, ты... Да? Егор. А, чё? Говорю, стримишь уже? Ну да, так врубил. Так, я теперь тоже подписываю какие-то документы. Ацепт, ацепт. Да-да-да. Мы теперь все на крючке. Музяку могу... при загрузке поменяли. Да, я могу старую эту... Ну, старую запись, короче, ретвитнуть. Твою. 22 числа, а какая разница? Ну, да, какая разница? Ну я новую только что запилил. Да ссылка тут та же. Оп. Все, вы готовы? Я загружаю данные. Так, надо вспомнить, где мы остановились и на каком чаре это надо сделать. Я не знаю. Подождите, какая-то если новая карта, надо идти новую карту. А её нет, что-то я там теперь репу пишет. У каждого чара. То есть у меня вот шериф 49 репы. Да, у меня нет ничего. Штатский 0. Карта Колорадо, что-то. Короче, я не знаю, я... US сервер 1 прям влетаю. Сейчас скажу, если ночь, вижу первую снайперку. Mm-hmm. Или убиваю кучу людей с нее. Ха-ха. Так, что там нам подогнали? Денег не дали. Денег, кстати, мне очень мало. Ну да ладно. Мало? Хватит покупать каждый раз катану, лол. Ну как можно бегать без катаны? Да легко. Ну сколько у тебя осталось ГЦшек? Я не знаю, много, ну 3000. У меня 2000. О, тут ночь, ну это нормально. Тут ночь. Отлично. И при том сейчас скажу, да, она только началась. Блин. Отлично. Так, я рядом с Клярчиком появился. Так, то есть надо этим чаром не нафидить, а об зомби. Потому что он у меня рядом с Клярчиком. Пофиг, заходи. Ну, я нафижу так. У меня там есть какой-то оружие? Ладно, там есть South America. Да, добавили Южную Америку. Ну, я думаю, туда сходить не надо. Ну, я на US Server 1 зашел. Я уже туда бегу. Ночь, ничего не вижу вообще. Там тут такая ночь. Ну, 9 часов вечера, то есть. Вся ночь впереди. Ночной. 9 часов вечера, хоть глаз выколи. Да, ночной поворот. Ну, может, зима там, все ровно. Тут ночи... Тут май, кстати, 26 мая. Между прочим, в игре. Короче, Егор, я посмотрела 3 сезона и начала смотреть «Ходячих мертвецов». Знаешь, что я тебе хочу сказать? Что? Сериал крутой, а игра, мягко говоря, похожа некоторыми своими пейзажами. Видимо, навеяно. Сильно. Навеяно. Ой, в клярчики стреляют уже. На, слышь, я же был в этом. Мы же с тобой вроде последний раз не в клярчик ходили, а в Смолвиль. Короче, этот у меня... Ты где? Ты появился? Я появился около Смолвиля где-то. Ну да, между клярчиком и Смолвилем. Короче, я бегу в сторону клярчика, и мне я надо... Я пригласил тебя. Ну давай, правда, у меня нет этого ПНВ, и у меня какое-то конченое оружие. Ой, в меня стреляют, ой. Откуда? Поэтому я хочу сейчас нафидить. Ну,
Я хочу истратить всю энергию, бежать в сторону Clearview. Где-нибудь там нафидить. Короче, эта пушка, из которой я сейчас стрелял, это просто ад какой-то. Она стреляет так, что мне уши заложило. Вот эта снайперка. Меня только что какой-то чувак в спину стрелял, он меня почти убил. Слушайте, а мне еще каких-то пистолетов насыпали. Да, да, там много. Так, а там пистолеты нормальные, которые именно убивают? ВН-5-7. Пистолет военного образца использует патроны 5,7 мм. 5,7. Это как в этом, как так, в кейсике. Так, короче, а что брать? Сталкер? Блять, что это такое? У меня... Почему я застрял? У меня очень много сталкеров. У меня их реально очень много. Ну, бери, что хочешь. А сталкер это снайпер? Загрузка данных игры. Нет. Ага. Нет? Не-не-не. Снайперку только одну дали, М107. Если у тебя, конечно, ну, у тебя еще магнум, может, остались, ты же не так. No packet flow. Да, у меня мне магнум. Мне кикнули с сервера со словами no packet flow. Ну, пошел отсюда, ты им не нужен. А пакеты не летят. У меня. Не летят. Нет летящих пакетов. Короче, какой сервак взять? US сервер 01. Я вообще в месище, у меня на один, ну, типа, один хп. Меня как-то виномансер ядом намазал вообще. Америка? Да, да, да. Вообще ничего не вижу. Все красное, типа. Я как вампир. Слушай, там народу пипец, 68 человек. Ну, так в этом-то и смысл. Угу. Блин, короче, вообще ничего не видно. Вижу зомби. Я даже не понимаю, куда я иду. Кстати, среди игроков этой игры начинающим стримерам легко пиариться, потому что они могут в чате скинуть ссылку, а чуваки голодные до крови зайдут тут же. Все, причем абсолютно. Потому что все хотят видеть, где эта рыбка. Ага, так давай, если же так же делай. Ну, я думаю, что это не потенциальный зритель. Я им не понравлюсь, когда я буду стримить какую-то беготню с 5 людьми против 5. Ой. Короче, меня наконец-то убили. Притом меня чувак убил даже не этим. Он меня убил каким-то битой или типа того. Ну, у меня... Так, заходи, ладно. Давай, это мне страшно одной. Сейчас зайду. Так. Сейчас я израсходую всю энергию. Блин, почему нельзя самого себя убить, там, как если грену под ноги кинуть? А ты попробуй, тут же грены вроде какие-то были. У меня их нет. А ты что за пушку взяла? Ага. Ну, у меня пистолет, снайперка и мачете. Так зачем вы... Ладно. Мачете. Как зачем? Как что, зачем за... мачете? Ты что? Понял. Почувствуй себя Умой Турман. Да, вот, в этом, в ходячих мертвецах такая крутая негритоска с мачете есть. Она прям их рубит пипец. Афроамериканка. Простите, негритоска. Пожалуйста. Простите, пожалуйста. А может она француженка? В натуре. Да, афроамериканка. Так, пожар в штанах, да, значит? Так, захожу. Так убейте меня, пожалуйста. Не, да погоди. Да беги ко мне, я сейчас тебя убью, только я не знаю, где. Что значит убейте? Мы сейчас будем убивать. Сейчас. Ну я около Клярчика. Я с запада Клярчика подхожу. Подожди, а какой у тебя ник? Какой у тебя ник? Ну, Вася какая-то. А, Вася. Сейчас я Василиса. Стройку. Так я уже готов бежать по дороге, чтобы меня заметили и шлёпнули. Да давай я тебе шлепну, давай я, так давай найди я. Меня. Давай. Ну, да подожди, я еще не загрузить. А, я иду в рандомную сторону Клярчика. Меня кто-нибудь там убьет. Хоть зомби, хоть человек. А, во, красный свет. Пригласи. О, зомби, здорово. А, они просто переходили дорогу. Убей меня. Отлично. Я тебя так пригласил. Я нет никакого Васи, ну, так, если что. Кстати, я сейчас перезайду. Я зайти не могу пока. Мне повесили. Ну все, сейчас я посмотрю, что нам дали. Не, я вроде одену. Зашла, но я слышала выстрелы. Я, походу, вот все на себя надела, и пока загрузилась, меня убили. Это я выстрелил случайно, если что. А тут ты знаешь, что я рядом с тобой. Я думаю, ты рядом со мной. Ищи меня в таком случае. Так, ну, значит, что нам дали? Я не знаю, ну, есть найди тики. Себя тоже. Я пока. Опять слышу выстрелы. Но это уже не точно не я. Закрыть я не могу тебя найти. Связь с сервером прервана.
Не, написано 100%. Что 100%? КП. Да никто тебя не убил. Ну я слышала стрельбу. Периодически, знаешь, как будто погружалась. Так, так, US сервер 1, да? Да-да-да. Ну давай, давай. Короче, сериал крутой, советую. Так. Дождаться бы вас. Вам долго там? Все, я уже... Я еще раз... Рюкзачок себе заполнил. Взял себе снайперку, вот это М107. В ней 5 патронов всего. 5 патронов и все? Да. Я притом один только что фиданул. Но она очень жесткая, походу. Так, окей, тогда я еще не успел. А какой это надо сейчас? Надо найти какие Фига патроны знает, нужны. Какие там патроны. А к ним прикручиваются еще прицелы какие-то поближе или нет? Да. Ну вообще должны. Потому что патроны я так и не разобралась, как это делать. Очень эффективное оружие на огромных дистанциях. А магазин включает 10 патронов, слышите, обманули. Но, блин, изначально 5. Угу. Хорошо, значит. Надо искать тогда этот самый калибр 0.50. Ну зайди уже, пожалуйста, в игру. Давай. Пустите поиграть. О, патроны стоят 9000. Да не бери патроны, тебе не нужны они. Я просто посмотрел, все. Ярослав, естественно, с первого раза я нафижу. Я нафижу. У тебя телефон. Да, я слышу. Все, подключаюсь к сервачку. Да он сейчас перестанет. Я не могу зайти в игру, меня не пускают. Стоматология, реклама. Опять новый патч на доту ввели. Короче, мне не захватило. Короче, просто чувак рядом со мной прям бежал и убил меня. Я тут лежал, я слышу еще шаги, типа тук-тук-тук-тук-тук. Просто забегает на эту и убивает. И его кто-то убил. Что за что? Отличная инфа. Я не могу зайти. Почему? Не знаю, я не пускаю. Ну пойдем, давайте. Ты твою мать! Тебя тоже убили? Нет. Да... Почему? Конченые снайперки. Что? Да это просто конченые снайперки. Меня убили. Это просто бред. Я появляюсь, передо мной лежит чувак. Я пытаюсь его убить, но как бы со снайперки-то надо и снайперского прицела убить, чтобы она била нормально. Я навожу, а он в траве. И у меня просто трава такая. Он мне что-то еще в голосовой чат говорит. Я пытаюсь от него отбежать подальше. Все равно там прицел настолько огромный. Поэтому я пистолет с собой беру. Господи. У меня слов нет. Пойдем. Управление этой снайперкой просто великолепное. Ольгу не пускает на английский, на американский сервер. Пойдем на русский. Короче, ну, вот, на возьму-ка я пестик для начала, потому что это полный бред. Так я тебе говорю, пестик надо брать. Пойдем на первый русский сервер. Да подожди, все лагает. Боже, хватит, я понял. Все, ближний бой эффективно, что... ближний бой. Может, пять раз одно и то же говоришь. Блин, ближний бой меня мало интересует. Все, что такое Массада? Массада? Это, слышишь, это, по-моему, израильские стволы. Вроде. Может, нет. На средних дистанциях. На русский первый, господи. Россия. Сейчас будут опять про петушков вопить его из чата. Да, да, да. Я взял автомат, короче, в этот раз. На его нахрен. В ближнем. Ну и не... А тут очень дальних. Офигенно. Вот когда чувак лежал подо мной, у меня было оружие с очень дальней дистанцией. Я увеличил, я видел каждую травинку, но не видел чувака. Великолепно. Тут как бы нет... То, что тут нету прицела, который либо сначала маленький, потом так увеличивается, если дольше жмешь, либо как в Хейсе хотя бы, чтобы было два. Тут именно сразу такой X8 тебе в лицо. Каждую травинку видишь. По-моему, 10. А, или 8. Ну, X8 это... Ладно, все, я, короче, это тут залег и жду. Все, у меня горит. У меня тоже горит. 10-я попытка зайти. Вы понимаете, у вас горит то, что вас там убивают, и у вас что-то. Ну вообще, получается. Да, а я зайти. Я не понимаю, могу. Что-то. У нас положение пока более завидное. Да, мы выигрыши. Так, а что я хотел взять? А, ПНВ-шечку. Я буду экономить, гражданскую. Я тут гражданскую беру.
Она же такая же. Так, а тут, кстати говоря... Нет, там еще у обычного ПНВ есть. Броня на голову 25%. О, я тебя вижу, я хотел тебя уже убить, а это ты. Так я тоже сначала так навожу прицельчик. Че, на каком серваке? На русском один. Ну, вон, я Ольгу вижу, она заехала. Я еще не заехала. Все, я заезжаю. Я тебя уже даже пригласил. Кстати, это я который раз уже захожу. Возможно, меня может дропнуть. Ты представляешь, да, Егор? Я 35 раз это зайти не могла, а он говорит, о, чуть тебя не пристрелил. Не, ну я смотрю, кто-то стоит, я навел, я думал, может, зомби, потом навел, смотрю, ник Вася 322. Кстати, я пожалел, что я не взял катану. Если бы я взял катану, я бы зарубил того чувака. Понятно. Видишь? Ты? Видишь, как катана хороша? Мне вообще это больше нравится. Хотя не катана. Ну, не, ну они стоят почти одинаково, но катана такая эффектная. Ты тут лежишь, что ли, где-то? Я? Так, и я появляюсь сейчас. Нет, если я рядом с вами, не убивайте меня. Зайти. Так, я появился где-то. Я появился к северо-западу от Клярчика. Я приглашаю. А Ольга, по-моему, опять куда-то... Меня тропнуло, да. Северо-запад от Кляра? Да. А ну, я северо-восток. Ну, давай к шестерочке бежать. Да, давай. Я, короче, не знаю, в чем проблема в этой игре. Отвечаю, бесит. Так а ты на самый низкий поставил настройки? Вдруг там все сбились? Я не меняла. Ну, настройки. Общее качество среднее. Нет, ты везде низкое поставь. Вдруг попрет. У тебя же вроде компьютер такой себе. Ну да, но не настолько же все плохо-то. Может быть, это игра нового поколения. Окей. Где каждая травинка видна со снайперского прицела. Ой, я вижу галочку. Тоже вижу. Ну что, где будем дорогу переходить? Да мне это не надо дорогу переходить. Как это? А, тебе не надо. Не надо. Че, в Клярчик? Надо в Кляр вырваться. Ну, конечно, конечно, конечно. Хотя ты, тот у тебя чувак... снайперка или автомат? У меня автомат. И у меня автомат. Чей стрим я смотрел, он именно в Смолвиле зависал. Причем он как будто читал чуваков, что они делают. Наверное, так и есть. Он, типа, знаешь, ты он подкрался к окну, именно так расстреливал окно, зная, что там чувак, и убивал его, и убегал тут. Блин, он был таким задротом. Короче. Это понятно. Но ты когда в дотку играешь, ты же знаешь, что чуваки будут делать там по всяким. Ну я в дотку, блин, много лет играю. Этот чувак вряд ли играет много лет в эту штуку. Фиг знает, может, он много играет. Продам ВСС. Меняю ВСС, сталкер. Специальный рюкзак. Ты уже перешел дорогу? Я уже вижу практически тебя. Я вижу тебя? Да, я уже должен тебя видеть. Да, тебя вижу. Короче, ну я врываюсь прям в Кляр. Да, я вижу. О, это знаменитый забор, из-за которого вы всегда выходили. Прям в Кляр вхожу. Там, кстати, много трупов зомби лежат. Okay. С другого стороны входа. Может, это спящие зомби знаменитые? Ну, может быть, они спят, да, устали. Бродить. Я, видимо, сегодня буду в качестве голоса. О, да ладно, я зашла. Так. Сейчас я Ольгу приглашу. Сейчас надо понять, где я. Спрятался в мусорник. Ой, я прямо около Кляра. Да, так мы тут все. Я тебя приглашу. Это ж Кляр. Это ж Кляр, тут все около него появляются. Да, да. Так, ну я к вам тогда побежала. Прорывайся. Ну что, нам надо на крышу, мне кажется. Ну понятное дело. Ясен пень. Крыша. Крыша. Ясен красен. Видишь кого-нибудь? Тебя только. Смотри по сторонам. Мужики, я слева буду обходить. Ходи. Ну мне еще дорогу перебежать надо. Я врезался во что-то. Дорогу стрёмно. Я, кстати, вижу зомби какие-то, которые ходят куда-то. Неужели на русском серваке первом нет никого? Хотя, ну, как я видел, как тот чувак играл, он когда шел по Кляру... Бля, меня расстрелял в спину. Спину прям? Да. Так, сейчас... Не, нифига не видно.
Блин, а тут на меня зомби нападает, прикинь, как неудобно. Вот, я вижу тебя и зомби, который на тебя бежит, и меня в спину застреляли. Ну, я в спину иду к вам, но я никого не вижу. Так, все, сейчас будем мстить. Так вот, этот чувак, он шел и как будто знал все ключевые точки, и он именно чекал ключевые точки Кляра. Ну, не Кляра, а Смолвиля. Он заходил там в каждое окошко, так крался, резко выбегал на предполагаемые места чуваков. По мне стреляют, по мне, снизу откуда-то. Снизу? А так Егора в спину убили. Ну, а я уже на крышу лов. А, ты уже на крыше. Я только подхожу. Я лагаю. Блин, хрен знает, где он. Не видно. Вот жук, а. Егор, ты только появишься, меня не пристрелю. А ты разве рядом со спауном? Будешь? Нет, я на всякий случай. Побежать. Все, я гружу. Кстати, примечательно, что теперь после там 3-5 загрузок не вылетает. Ну, видишь, работает. Получается, патч-то работает. Короче, я сижу на крыше в клярчике. Я думаю, меня кемперят. Ну вот я тебя вижу, я даже вижу твою голову иногда. Больше никого не вижу. Но я с пистиком пока. С пистиком. Короче, просто, там пистолетом. С пистиком. Где-то снизу. Ну я поняла, что снизу, я вот смотрю. Только где хз, вот, ну по этой улице вот где-то, наверное. Ага, я на юго-западе. Пригласи его? Кляра, блядь, да, пригласи меня. Зомби вижу. Ага, вон в чате чувак меняет М107 на 2 блейзера. Теперь мы знаем цену. Блейзер, это что? А, блейзер. Блейзер это конченый, винтовка. Типа мухи. Просто прикинь списать меня 50-м спасибо. Да. На твою жизнь в рабство. Что нас мало интересует оружие, что у нас их в достатке. А вот тут что-нибудь рабство. А вот человека. Человек. Ну хотя школьник, который это продает прятки, он сильно полезен. Короче, присядь. Вот ты списал. Да я уже умер, меня чувак убил, он на крыше. Как он сюда вообще попал? Тут еще один, короче, ходит. Я его видела, вот когда ты сказал, да я уже умер, я до этого видела, как чувак слева бежал по зданию. Это нормально вообще? Типа, он... Как он сюда попал на эту крышу? Так все, значит, снайперку нужно брать. Да это читеры какие-то, ты че? Читеры, все ясно. Нет. Я никого не вижу на крыше, если что. Если что, он оттуда так же, как там появился, убил меня и так же куда-то свалил. Я не знаю, блин. И стрельба. Это я, знаю, это как... я мочу зомби, которые бегут. Господи, у меня. Господи, у меня аж сердце. И пьет. Мешают мне. А идти. Ты в курсе, что теперь все знают, что мы тут? Ну и чё? Нет, блин, тут зомби такая куча, что я не знаю, как мне туда пробраться. Так, сейчас. Егора, это мало волнует. Я могу смочить. Беги по прямой, беги по прямой. Да почему ты бежишь в обход? Боже, еще со спины какая-то крыса. Порубить их смочеться. Ух. Это ты? Да, это я. Блин, я забыл взять снайперский прицел. Ой, забыл взять ПНВ. Короче, на крыше никого. Я видела чувака не на крыше, а вот здание перед крышей. Не знаю, что это за здание. Это ты опять, господи, говори, да я все, ты на меня много бежит. Я тут уже патронов 8 на них всадил. На 4, на 3. Короче, я появился с другой стороны Кляра вообще, с другой. Лол. Все, в следующий раз я уже снайперку буду брать. Потому что чуваки по-любому про нас уже знают и сидят меня... на крыше. Вы можете меня пригласить. А, я лидер. Егор. Так, сейчас. А какой ты? Ага, третий. Все. А, слышишь, тут рядом со мной кто-то из наших. Так вы с той стороны, а я с противоположной. Да-да-да. Так подожди, а как вы там друг друга видите, говорите? Нет, я слышу. Ну, я вижу галочку, а Ольге, видимо, звук слишком я громкий. Я тоже вижу галочку и слышу. С другого конца Кляра слышит мои выстрелы. Да, да. Мы с этого конца Кляра. Первый раз захожу отсюда. У меня нету ПНВ, к сожалению. Блядь, зомби задолбали. Как же ты так? Да я залип. Без ПНВ-то. Ну, я психанул. Ну тогда ты фигишь. Так, иди раз. Сюда, козлина. Задолбал. Давай, давай, давай. Инвалид. На тебе с мачете. Что-то я не узнаю Кляр. Родной Кляр не узнаю. Где эти две крыши соседние? Это не та сторона, с ней ничего не видно. А, ну вот, тут и оно. Ну что, я, короче, побежал. Чувствую, это какие-то не самые родные края.
Ой, я как тополь на плющихе. Тут еще такая местность открытая. Я себя таким же чувствую. Плющихским тополем. Так вы это... Я хочу обойти эту всю хрень и зайти... Ну, лично я крадусь ровно так, ровно по центру. Города? Тут, да. Кстати, это, чей-то сталкер подобрала. Да, а ты... я зажал Ctrl и уже минуты две ползу. Бля, ребят, на меня зомби напал, и я лагаю. Умрёшь. Это не самое приятное. Бля, это пиздец, он мне лицо оторвал. Это я. Вот ты, да? Я так и понял. Это жесть, он меня оторвал просто миллион хп. Я надеюсь, ты просто гуляешь, зомби, не ко мне. Так. Я на крыше. Я уже тоже побывал на крыше один раз, больше что-то не хочется. Смотри, ты на крыше, да, говоришь? Ага. Воу. Спокойно, это сейчас я буду. Слышите? А, великолепно. У меня осталось буквально 5% хп после нападения 4 зомбей и 13 патронов. Короче, я психанул и бегу просто по городу. Начинаю... Я вижу тебя. Воу, а, воу. Ты умер от зомби. Он уворачивался. То есть, обычно зомби бегут прям так на меня, а этот прям прыгал что-то на четвереньках и... Да, хрен убьешь такого. Все, я беру снайперочку. Я вообще, короче, засел в этом, ну, на другом конце просто. Я надеюсь, что я тоже зареспаунюсь с правильного конца и буду палить крышу и всех не, там гостей. Не, я, короче, ни даже крышу не вижу отсюда, я просто смотрю кляр с другой стороны. Ты за домом, потому что, поэтому крышу не видишь. Я просто очень далеко опустился. High-skilled zombie playing. Тут, короче, что-то никого. Чё по мне, никто даже не лупит. Там были жуки, короче, которые меня убили. Отвечаю, 4 уги. А теперь больше нет никого. Зомби, которые агрятся, задолбали, рычат тут. Всё за... На русском осталось всего 38 человек. Там так и было. Давайте спамить, типа, вы. Го воевать, да, нормально. Го в клярчик. Парни, я тут устраиваю пожар в штанах. Ну конечно, первый, кого убьют, меня. На крыше-то я. Все, ждем теперь. Егор, ты с какой стороны, или ты еще не появился? Сейчас я еще гружусь только. Ты, по идее, теперь лидер. Короче, я теперь... Нет, ты лидер. Я смотрю, как зомби, да, которая лидер. Тебя съела, она присела на корточки, держится за голову и такой... Да. Что? Она, наверное, жадно объелась мясом, теперь жалеет об этом. Чего у меня сегодня такое ощущение, сейчас меня в спину просто кто-нибудь опять убьет, как лоха? Все может быть. Угу, ну, я опять на юго-западе появился. Да? Слушай, ну у меня все спокойно, ну кроме зомби. А Егор шериф? Да, я такой. Я убивал плохишей. Как они на ту крышу, на соседнюю попадают, а? Можно туда попасть просто так же, спонизу. А? Угу. Так, блин, как же так? Через этот проход, через который я шел со снайперкой, не пойдешь. Надо в обход идти. Я вообще тут на горе сижу, и меня ничего не обламывает. Я реально жду. А, на той самой горе? Да. Тут просто тишина.
Зачем это? Что-то зомби какие-то беспокойные стали. Если раньше они просто на месте стояли, и когда начинали бегать, то сразу становилось все понятно, то теперь хрен знает. В Кляре война. А, я поняла, у меня ППС падает до 0,8. Вот в чем проблема. Почему? Откуда я знаю? Он плагает. Да? Да. Зомби-мент ходит. А я уже тебя вижу, ты там валяешься. Я? Я не валяюсь. Нет. Ярослав я валяется. Валяюсь. На горе. Возле Кляра. Так, тогда, пожалуй, тоже этим займусь. Не-не-не, слышь, иди не, на другое место. Не, я в другом место. Месте. Ну, мне надо обходить с левой стороны город. Иди, да, вон туда, чтобы Ольгу полить. Я буду подходы накрывать. Ольга там еще не сдохла, что ли? Нет. Ты все держишься? Это все, наверное, тебя низкий FPS спасает. Так бы ты уже рванула на поиск ключей. Короче, смотри, давай, Егор, ты бежишь, я тебя подстрелю сейчас, посмотрим, какой дэмэдж. Давай. Ладно, не буду. У тебя зомби нападает. А, вот спит зомби. Так. Ты кулаком его бил? Ёб твою мать, их двое. Ты куда бежишь? Уйди от меня. Вчера ты меня их ведёшь, ты всё упорол. Как мне с 5 патронами снайперки справиться с зомбями? Ну просто убегай. А поэтому мачете у меня с собой. И жаришь, чтобы Егор... Короче, все, я в следующий раз беру снайперку и мачете, иду в город вообще на пролом, на пофиг. А, я поняла, Ярослав, ты без ПНВ со снайперкой сидит. А толку-то от тебя без ПНВ? В смысле, я все вижу. Ты выкрутил яркость? Нет. Ты задр, что ли? Я попробовала ПНВ выключить, я ничего не вижу. Глаза привыкли. Короче, Егор привел зомби прям ко мне. А зомби сейчас... Они стоят и смотрят, они не могут зайти на гору. Они могут зайти на гору? Нет, ну, в моем случае они стоят и смотрят. Ну, они забили. Только они забили. Короче, походу надо в смол долететь. Ну, или на сервачок, на американский, например. Там-то тоже будет народ. Так, блин, ну, короче, слушай, реально, без мачете бежать через кучу зомби вообще не вариант. А мачете ты их прям разрубать будешь? Да, конечно, я не буду бояться их. А так надо что-то обходить, делать большой круг. В итоге, если они сагрятся, то нужно от них убегать, тратить кучу времени. А так с мачете ты бежишь на пофиг. И бежишь. Что, пойдем на американский сервачок? Ну, погнали. Тут как-то нелюдно. Ну тут нет никого. Да. Мне надо хилки бы какие-нибудь найти, никто не хочет помочь. А как мы это сделаем? Ну, вкинуть тебя. А, в город зайти? Ничего себе. В город за хилками. Можно закупиться. Закупиться уже нельзя, только сдохнуть можно и закупиться. Что ж, это про нас. Танкую лицом. Не, ну у меня так лагает, я не... О! Все, меня убили. Нет, меня не убили, я выхожу. Как выйти, выйти, быстрее отсюда, выйти. Меня стреляли, я легла. Выйти, все, не успел. Ох! Хорош. Ой, я клан сейчас создам. Стоило вам уйти, как меня сразу... Клан? Меня у тебя стреляли. Уже есть 20 да, часов да, на этом челе? Да-да-да, создать клан. Назовите ваш клан. Что-нибудь с говнецом надо связанное. Не, Virtus Pro. Ну, что это за клан? Нет клана. Что-то не очень название, слышь, для клана. Танкистам так только не говори. Им норм. Короче, я перезайду. Меня раздражает, что меня так лагает. Метка клана. Метка. Так, американский первый. Я думаю, нас выручит. 75 человек. То, что нужно. Я уже туда полетел. Зани, может... Да что ты... Батфёрд ловлю. Начинаю ловить. То нельзя, это нельзя. Класс, таки, ну за ним же... Кто-то уже зарегил Virtus Pro, ну ладно. Так а может быть это кто-то из этих, из ваших? Может быть, но мы не в курсе. Так тут же спросить.
Ну тогда точно что-то с говнецом связано. Тихо. Так, сейчас я попробую вырубить все лишнее. Steam, например. Steam, уходи. Доту, например. Доту выключена была. Ой, не напоминай мне, я так ловил, я сегодня такие игры играл, именно вот мидер 4 кэрри. Просто чувак, который говорит, я не хочу саппортить, берет медведя после пика антимага и ЦК. Я. Так что не надо. Не надо о грустно. Нормальная игра, дотка. Так, что, ну я как? Уже на первом американском около Клярчика готов я разрывать. Я пытаюсь план создать все это время. Ну... Во, потлачи, короче. Кстати, нормальное название. Только в игре все лысые. Таблицы рейтингов, так. На клан потлачка. А как мне пригласить? Короче, вы должны найти, как вам вступить в мой клан. Пока это. А на аватарку нужно поставить. А ты дашь мне кадр из гифки, да, где ты эту телочку управляешь. Я дам тебе офицера. Да. Слышь, там можно жертвовать в фонд клана, типа бабки, чтобы все могли резаться за них. Короче, нам нужно теперь много людей найти. Так это как в этом Вове можно ставить? Починка. ГБ. За счет клана, да. Починка, да. За счет клана? Да. Я бы починился за счет клана. Воу-воу-воу. Я сейчас буду жрать шоколадку в микрофон раздражать. Не-не-не, не надо, пожалуйста. Это очень раздражает. Это. Ну хватит. Шутишь, что ли? Ой, я там же появился. Блин, Егор, ты зашел? Да, я уже смотрю на крыше, Кляра. Нет, не на крыше. В меня стреляли вот с той стороны, с которой мы изначально бежали. Нет, американский сервер уже. А, уже американский. Подождите, мне нужно починиться теперь в магазине. А я не могу в магазине. Кто-то кричит тут, боже! Страшные звуки. А, ты там сидишь, а я слева. Ну, тоже на горе, но слева. Твою мать, я не хочу играть в это. Ты понимаешь, что тут звуки, типа, как будто бы женщину раздирают на куски, она прям орёт. Именно женщину раздирают на куски. Ну, ниоткуда ты стал? А, это чужой сталкер. Ну, как будто бы в этом, ну, как в фильме ужасов, такие звуки. Притом, это не кто-то, не voice чат прикалывается, это типа, мол... Так, сообщество надо, да? Кланы, как ты называешься? Опа, Егор, я прям за тебя. Я смотрю на тебя. Короче, я не знаю, как клан найти твой. Сообщество, клан... Нормально, прилегли так полежать. А, сейчас, а может я смогу тут приглашать? Интересно. Смотри, да, потому что так тяжело. Нет, тут может только выгнать из группы. Ну, сейчас разберемся. Так, Северная Америка. Я вижу чувака. Я промазал по нему. А, я вижу. Он прыгает. Давай. И я тоже промазал. Сука, он... Крыс, он за забором. Он за забор залез. Блин, вот эти... О, он отстреливается от зомбя. Хорошо, лох. Эти чуваки задроты, которые сразу прыгать начинают, короче, понял? Прыгать и... Причем, они еще нас в щелочку могут видеть, мы их нет. Он свистит. Он свистит еще. Да это, короче, это, походу, лучший игрок Америки. Их двое, слышь. У них оба ника похожих на Фэ начинается. И они оба свистели. Они пересвистывают. Ну правильно, чтобы другие не понимали, что они... О, он там прыгает, видишь? Да. Ты его пытаешься поймать? Как в тире. Да не, он типа на лоха ловит. Второй уже палит гору по-любому. Обычно профессиональные чуваки ливают из таких положений, когда они за как, забором. Как у нас? Ну вот нет, как у него. Пригласите, пожалуйста. Да. Ну у меня ХП на один удар. Я не знаю. Ну вот и нафидишь. Вот же шпёс. А ты где? С ХП на один удар. Ну, с той же стороны, короче. Можешь зайти и убить этого чувака. Да, зашла, убила уже.
Бля, короче, когда в него стрелял, я попал, знаешь, во что в это? Я с другой стороны. Почтовый ящик, ну я понял, да? Мы с этой стороны, мы выслеживаем парня. Блин, у меня 4 так-то выстрела осталось. Мне тоже. А где же второй, сукин сын? Нормально, с горы. Клярочки. Как думаешь, он все там сидит, он просто ливнул уже? Да ливнул. Я думаю, если бы он сидел, он бы там выпрыгивал иногда. Хотя бы. А так он вообще не выпрыгивает. Терпит, наш. Терпила. Так, а как он мог пройти? Так, и все. Да нет, там нельзя. Не мог выйти. Я меняю, короче, дислокацию. Быстро ты это делаешь. Ну, медленно делаю, но меняю. А, да, нужно же нафигить потом и взять мачете и прорываться в центр. Я возьму мачете и какой-нибудь автомат и пойду воевать. Если нафижу сейчас. А я нафижу. Дело времени. Крыша чистая. Хорошо, ты с другой стороны Кляра? Да. Ольга уже с другой стороны Кляра входит. Ну, мы как бы еще Кляр держим вообще в тисках. Пустой Кляр. Кляр под нами? Ну да, да. А было бы прикольно, если можно было бы, ну, захватил Кляр, и типа тебе бабки падают, понял? Ага. Ага, меня сервака дропнул. Да. Видимо, связь с сервером прервана, просто так. Никаких причин, там даже что я какой-то античит меня забанил. Просто так. Хотя бы радуйся, ты не читерюга. Я не знаю, это столько народу мыло, я ни разу не, ну, типа, просто кикает сервака вот это, пишет бастерс вот это вот античит, но никого не банит. Что за бред? Кого там банят, я не знаю. Ну, так мы-то не читеры, что нас банит. Да я думаю, тут всех просто кикает. Разница-то, забанили тебя или просто тебя кикают сервака все время, если ты читер? Никакой. Ну, я уже очень близко к Ляру. Тут тишина, спокойствие и зомби. Слышь, ты, блядь, к Ляру, ты же в Кляре. С другой стороны, нет еще. А, я думал, ты уже на крыше. Да какой, блин, я боюсь, у вас тут стреляют. У меня хп просто очень мало. Я сейчас побегу, у меня лагает, меня зомби замнут элементарно. Я перезашел. О, это ты сидишь? Да, это сидишь. Лежишь. Так, короче. Clearview. Is good guns. Ой. Блин, ну меня бесит то, что зомби теперь так расхаживают просто. Пипец. Ух ты, откровенен с игроками. Good guns. Full of Russian noobs. Да, Анатолий. Блин. Мне кажется, слышишь, как кто-то убивает зомби. Я убиваю, но я далеко. И я с мачете. Я с другой стороны Кляр, вот только иду к крыше. А! Ай, это вас? Да, прям где, откуда? Да, видимо, оттуда, из да подошел со спины и с автомата расстрелял. Эти крысы явно, они выслеживали нас. Блюдки. Все, да, давай. Тебя убили, тебя? Да меня расстреляли прям в упор. А тебя они нет разве? Да, да, да. Меня вроде первым убили. То есть понял, он типа обошел. Да, да, да. Ну, типа, чувак, мы инфу передал, что его с горы стреляли. И профессионально бы снайперы ливнули, но не мы. Мы останемся. Ешь задрот этот чертов. Все с ними понятно. Не, ну все, я беру автомат, беру мачете. Я беру больше снайперки эти. Горький опыт. Горькенький такой. А, ну я сейчас тоже сдохну. Нет, меня зомби съели.
А ты думала, тебя убьет человек? А потому что, ну, меня лагануло, я типа не понимаю, чего меня лагануло. У меня лагануло, я думала, в меня выстрелили. Ты поставь настройки по минимуму. Я поставила. Мне типа, ну, у меня FPS это вообще не играбельно. Лагает жестко. Так раньше не было. У тебя комп лагает, потому что греется, потому что тепло дома. Ну, хрен знает. Все, короче, я Масаду взял. А я... Короче, у меня там сталкер лежит. Магнум, по-моему, около крыши. Если что, никто не лутает. Пистолет, бронька и ПНВ. Нам надо этим отомстить. Мы с другой стороны обычно появляемся. Ну вот я с моей стороны куча всего лежит. Прикинь, какие-нибудь задроты сейчас смотрят стрим и думают... Господи, какой этого нупца столько всего. Он же только фидить может. Ой, я вообще с другой стороны появился, слышишь? Ты зашел? Да, почти. Сейчас появлюсь. Не убей меня. Я, блин, да хоть тебя убить. Как? Хотя я уже одного парня убил за сегодня. А, ты лежишь. Это ты, боже. Это я, да. Испугал меня. Я не могу тебя счет найти, я вот нашел. Вам надо в клан ко мне, в клан. Так ты заинвайте, что ли? Или там нужно через сайт? Там какой-то. Надо как-то это, как-то вам реквест оставить, что-то такое, потому что там есть что-то типа... Писать заявку на форуме, вступить в клан, как... Да-да-да, как в Дотке раньше. Опыт игры. Возраст, TeamSpeak, Вентрила. TeamSpeak, Вентрила, типа, после можешь ли играть после 8? Микрофон без шума. На каких героях, ролях? Могёшь. Любимые герои. Лина и Войд. Вот дизер ставьте мне на какую-нибудь роль. Блин, Лина и Войд. Это хорошие герои. Да, да. А на дабле они вообще царят. Линк с Войдом. Кстати, Лина же царица теперь. 650 рейнджа. Да, меня, кажется, выкидывает, да. Меня дропает сервачка. А я вижу чувака, пойду воевать с ним. Что случилось? No packet flow. К тебя убили, что ли? Не-не-не-не. Еще нет. Я вижу чувака вдалеке. Вот почему в таких ситуациях нет снайперки, а автомат, блин? Да тут все не так. Когда он вплотную, то у тебя снайперка сраная. Да-да-да. Чувак бежит просто, ну, типа, на рендже по прямой вообще, как в тире. Знаю, если стрелять. Пинбол захотелось поиграть. Кстати, да. В пинбол? Или в пейнтбол? Пейнтбол. А ты играла в пейнтбол? Да. А мы раньше у нас с другом, ну, из параллельного класса, дни рождения, 2 дня разница, и нас собиралось в параллели, там, ну, человек 20, наверное, мы, ну, вдвоем день рождения отмечали, как раз на пинбол ездили. То есть ты боевая? А то. А тебе попадали в синяк? Ой, мне как только, боже мой, я оттуда возвращалась с черными именно синими. Я там его желтый именно. То есть в синий выстрел делается, и она желтая, становится фиолетово-желтая такая. Да, это было жестко и круто одновременно. Да, да. Летят. Не, ну еще знаешь, на девочек же еще броньку такую получше надевают, да? То есть на мальчик. Во, я слышу стрельбу. Это Ярослав с кем-то стреляется. Убил. Парня? Парня убил, бля, здесь скрепки получил. Крепкий, значит, он был плохим. Да, и у него... Так, заинвайте меня, я просто, видимо, рядом с тобой совсем. Да, сейчас. Я зашла, и меня выкинуло. Американский сервер вообще тебя не это... No packet flow. Угу. Да я не могу что, тебя найти. Что-то мне начало подлагивать, обычно после такого. Слышь, Егор, я тебя не... А, нашел. B52, ну, короче. У меня все на самом деле на низком стоит. B52... Так, это ты там, что ли, такой? Да. Наверное, или я. Ты сзади? А, не спереди. Не, я спереди. Сзади, получается, Ольга? Я? Или? Нет, меня еще. Непонятно тогда все. Меня выкидывают. Я тебя вижу. Да я понял, у меня просто на карте написано, что еще сзади кто-то есть. Это баг. Это баг. Сзади баг. Слышишь стрельбу где-то вдалеке?
Не, у меня слабенький звук. Если ты слышишь вдалеке, то я, находясь дальше от тебя, тем более не буду слышать. Прорываемся в город, в клярчик погнали. Ты там в наушничках сидишь, как геймер, наверное. А да, я не ну такой. Я казуал. Casual. Посейдон казуал. Потл. А, у тебя клан Потл. Потл, да. Ну потому что там все за... Ау. Слышишь? Я слышу, слышу. Вот это мой. По тебе, что ли? Нет. Это, кстати, такое ощущение, ну, что... Ну это громко кто-то... было. Что из нашего ствола кто-то палит. Вот из этого громкого. Не, это не по мне. Так, а почему Потл, а не Патл? Это да же потому Жан, ты был, это занят. Же патлы. Ну блин, патла чьи клан называется, все правильно. Одно, метка патл была занята, и все подряд метки были заняты, ой, стреляют. Все понятно. Типа, пришлось написать патл. Я пытался через собаку написать, через собаку вообще нельзя. Ну либо патл через собаку. Через собаку, как дотер. Так можно было через N, ну вот этот, типа, крейсерским транслитом. Нет, и L4. А, там 4 знака, да, 4, меня никак. Ну, я прям за тобой ровно. Мы прорываемся в клярчик. Thanks for the aimbot. Аймбот какой-то. Не, мы прорываемся в клярчик очень серьезно. Нам бы теперь найти кого-нибудь. О, попросить. Теперь труп! Меня заинвайтили. Прям труп валяется, слышь. Человека? Надо отойти, да, надо отойти. А, надо, я вижу, да, труп свежий. Надо заинвайтить. Ольгу. Так, Вася 322, ищу я и нашел. Так, слышь, надо как-то обойти это место, раз тут труп, значит тут стреляет. Пойдем, слышь, вот сюда. Я тебя потерял. А как у него ник желтенький, видали? Получается, он тоже что-то так. Элитный какой-то. А вон он говорит, АКМ, АИМ БОТТЕР ИН КЛЕРВЬЮ. Ага. Ага, может быть это мы? А им да. Бот, ты. Смотри, тут сколько трупов, что... короче. Мы до те еще боты. А, это, подожди, это, блядь, это сомби. Знаешь, есть какой-нибудь этот, какой-нибудь мачете там? У меня есть, есть, но я далеко. Есть, сейчас вот. Ща убью, давай. Это вы стреляете? Нет, нет, нет. Я слышу, как стреляет. Да все слышат, я слышу тоже. Вон валяется труп, куча стволов, короче говоря, только что убили. Понятненько. А, о, чувак, вижу, это не Ольга случайно? Нет, это не Ольга, слышишь? Ади, чувак. Прыгает, видишь? Нет. На выходе, чуть-чуть за выходом. Вижу, вижу, все вижу. Слышь? Чё, я уже прям в него бегу. Я сюда забежал. Ебать! Боже, он слишком жесткий, у него броня по-любому там, хилки. Ублюдок, я в него попал много раз, а он по мне буквально пара патронов, и я умер. Это просто... что за тропаж? Не это знаю. Тот самый чувак, между прочим, который нас убивал тогда в спину. Фикс вар. Это все он. Это задрот. И где он? Теперь. Непонятно. Все, я перезахожу опять. Задрот, чертов. Вот это вот бдыщ, это и есть та снайперка. Да, вот по 5 патронов, которые у меня на тоже. У тебя снайперки сейчас это? И пистолет, и снайперка. Она очень жестко спалит, если увидишь кого. Я, короче, не... Ну, типа, я тут стою за дерево, он не лутает тот труп, я вообще не знаю, где он. Сейчас Фарик. Сейчас я по фарику вернусь, будем его наказывать. Наказание? А, кстати, я смотрел еще, ну, видел на стриме, как чувак... У него на хатке там какая-то хилка, и он постоянно прожимал эту хилку. Вот, да, то есть, да, он да. Именно дерется и постоянно жмет хилку. А, то есть прям типа на хилочку прожимаешь, как в дотке, армлет переключаешь ты? Ну, практически, да. Только теперь в дотке армлет так не переключаешь. Почему? Ну, да. Кулдаун 0,7 секунд. Нет, там не кулдаун, там. Ну, 0,7 секунд он так. Какая разница? Медленно. Ты с Солиданом пообщался, что ли, который тоже... Чё значит? Не скажешь, все поправляет. Ну, так нет, ну кулдаун 0, там кулдаун 0! Какая разница? Все, я ну, понял. Все равно через 0,7 секунд только дают штуку. То есть... А-а-а. Чаще, чем в 0,7 секунд, нажимается смысла нет. Стрельба. Да, непонятно где. Слева, по-моему, где-то. Как тут?
Лево-справа, конечно, тут такое в этой игре. Да, блин, лево-право. Ты относительно чего? Вот там... и я том же, что в этой игре это бессмысленно говорить. На руне, на руне. Ладно, я пошел в кляточку. Так, я около чего-то укрепления сверху над кляром. Ну, и я рядом с тобой. Так. Егора пригласи. А он тут? Я сейчас, да. Я уже загрузил 100%, все, я появился. Все набрал там все. Не, я появился на севере кляра. А, тебя не могу найти, а нашел. Короче, я хз, где этот чувак, куда он делся. Я пошел внутрь кляра. Просто в кляр захожу. Тут зомби. Какой-то беспокойный зомби такой, вот идет просто. Да они все, я говорю, они тут начали бегать, меня бесит. Хотя он так идет, как-то он за кем-то идет. Ну, я палю тебя. Меня дропнуло. А, вот я палила, как ты шел, и тебя дропнуло, ты пропал. Панкбастер меня просто забастерил. Я врываюсь. Кто лидер конфы? Я сейчас. Я еще вдали. Там самый опасный момент, когда ты начинаешь кого-то приглашать, тебя могут убить. А у тебя такое было? Ты же постоянно кого-то зовешь. Да, было. Не очень приятно. Ты пригласил, да? Нет, сейчас. Кто ты? Пожар в штанах. Или капрал. Ну, пожар в штанах нулевой. Во. Шариф. Нулевой. А чё у тебя нету в пати? Ну ты не пригласила. Пригласила. А, я тебя замьютила. Так, пошел обратно в клярыч. Клярыч. На самом деле такой сакс, вот так вот не приближая, вижу, как ползет Егор там вон где-то. Чего, я не ползу, я бегу. А, далеко просто. А приближаю и в снайперку вижу одну пчу гору, вот эту, которую ближайшую. Певучая гора. Да. Короче, я тоже выбежала. А с этой стороны зомби нету. Опять Ярослав поехал. Поехал. No packet flow. Флоу. Ага, у меня ППС такой, что вообще не позавидуешь. No packet flow. А, так это вот тут я видел, да? Это мое надгробие. А, ты у меня за спиной прям, да? Да. Ты за заборчиком? Ну, я вдоль забора бегу. Дышишь в затылок. Я зашел обратно. Сейчас я себя найду. Кинула. Да. Так. Это стрёмно. Боже мой, там мои фанаты в чате. Охраняйте меня все. Господи, Егор, у тебя желтая галочка съехала. Я такая смотрю. А, я галочка съехала. Ну, знаешь, бежит чувак, а галка в другом месте. Я думаю, ебать ты меня бежит. Сейчас я подстрелю. Нет. Опа, это свои. Это я. Че, гору занимаем? Занимаем. Какую гору? Крышу? Крышу. Такие мы команда. Актимель. Оп, зомби, а сейчас убью с мачете. Там сейчас блеванет такой. Занимаем. То есть нами Данилос? Да он уже занял, по-моему. Он уже занял, и сейчас там у нас будет килл. Килл еще делать? Да. И будет голосовой чат говорить. Попались петушары. Он хочет быть за нас. Это вы? Да, это я убил зомби. Я с мачете зарублю. Он хочет быть за нас. Я повисла, ребят. А он жесткий, этот Данилос? Ааа, как меня бесит. Почему я висла? Не, ну если бы он был жесткий, он бы скорее нас скинул и... Как голубец? Да. Он бы нас... Ты теперь босс, слышишь? Ты теперь босс, Егор. Я Симу только запомнила. Завидование Данилоса. Из всех наших мучителей Сима был самым жестким.
Ну, голубец, кстати, тоже был ничего. А я не играла с вами, когда вас голубец месил. Ну, голубец, так, сейчас, где его найти? Да, Данилос. Короче, я повисла. Ну, вот тебя дропнул. Я заинвайтил Данил. Давай. Я московский скликнет. Ты понимаешь, что... О, нормальная тема. Реален к чувакам найдешь. Скликчика. Что за крики зомбей, как будто он прям подо мной. Да, он прям под тобой есть. Где он? Что, где энеми? Не знаю. Непонятно. Ну, их надо звать на бой. Какой бой? Вот так надо звать на бой. А вон Данилос там. Да почему я слышу зомби? Чё они не могут успокоиться? Попустите. Рычат что-то. Ну мы шумим. Недовольно рычат. Первый сервер торговый. А, так вот почему. А мы все время идем на первый и думаем, что за фигня. А где, а какой не торговый тогда? Ну, любой, я думаю, другой. Но тут все люди-то здесь. Смотри, как тут надгробий. Надгробие. Игрек, чтобы прочитать. Игрек? Почему Игрек? Пожар вторая. А это меня убили тут, слышь? Ага. А вот этого чувака я убил. Ну да. Только это давно было. Так это получается... А, воу. Шведиш бро, короче. Крыса. Короче, нас помял шведский. Да, нас помял шведский братишка. Надо идти на другой тогда сервачок. Ну да, мы что-то бегали, шумели. Пойдем на другой. А он что-то знает. Пойдем там, где прям замес. Угу. Получается, любой, кроме первого, нас устроит. Ну да. Что-то я даже никого не убил сегодня. Я не пролил кровь. Это плохо. Во все дни я проливал кровь. Знаешь почему? Потому что ты плох. Ну... Да, получается так. Не, я убил двоих, все. После забега в зомби я пойду отыгрываться на дотке. Ну и прикинь, и там ты не сможешь никого убить. Да, и там тоже меня просто 1.17. И тут-то ты поймешь. Так, ну смотри. Я недавно играл игру на шторме и сыграл ее 1.17. Против меня был Шарфик и его бригада, они бегали и насиловали всю карту. А, пойдем на европейский 16-й. Там 29 человек. И он не торговый. Короче, я уже там. Он-то точно не торговый. Европейский 16-й. Заходишь? Да, ща. Куплю себе мачете, как всегда. Мачетос? И пойду воевать. Не, я просто взял ствол, ну, снайперку, и все. Европейский 17-й. 17-й? 16. Это я думаю. А чё не 13, там 32 было, чело? Не знаю, ну пофиг, я уже сюда зашел. Ну ок. Появился на юге от Кляра. Может нам в Смолвиль пойти воевать? Задолбали одни и те же. Ну мы потратим кучу времени на дорогу, чтобы было то же самое. Черт подери. Ну ладно. Доверяю твоему авторитетному мнению. Данилос зашел тоже. Ну-ка, естественно. Между прочим, он разбойник. О, то есть если я его шлепну, у меня будет много репа. А ты не можешь убивать всем на своей позиции. Ну, так мы его кик и килл. Я думаю, так делать не будем. Он вроде добрый. Так и чё? А хотя, слушай, если он разбойник, получается, он... Ему не следует доверять. Так чё, меня заинвайте давай. Ну, ты заинвайте меня. Ярослав, вы в курсе, что Virtus.pro отказались от участия в 8-м сезоне Star Ladder? Breaking news. Нет, не в курсе. Понятно. Ты меня пригласил. Может быть, ну, скажите спасибо, что не про ладера. Так-то отказываться было бы, да. А ты знаешь, как. Так, Егор, я только себя вижу. Пампушка. Слышишь? Ладно, я всех приглашу. Я тебя не вижу. Да я приглашу. Пожар в штанах. Я пригласил. А, вот ты.
скрытном месте, так как... А Данилоса? И Данилоса пригласил, но он Данилоса. Пока не согласился. Он, походу, увидел, где я нахожусь. Сейчас килыч меня по фасту. Понятно. Торговый сервер. Боже. Ну, короче, ты где? Бегу в тебя. Ты сзади? Ну, не знаю, мы вроде друг против друга. А, да. Нет. А, ты за горой, что ли? И комьюнити мечтает видеть артстайл пятым игроком. Я считаю, что пора. Пора всем объявить, ну раз что комьюнити Ваня мечтает. Действительно, да, готов уже просто играть. С распростертыми объятиями. Не, ну как я понял, вообще в профессиональной доте все должны слушать зрителей, потому что им-то конечно, виднее. Конечно, им-то виднее. Ну. Кого надо вообще брать, говоря, кто хочет играть. Какие отношения между людьми. Конечно, они все понимают, знают. Кто на какой роли главное, да, кто тащит, кто не тащит. Зрителям всегда виднее. Так что я считаю, что пора послушать. Так, короче, хватит колкости в сторону зрителей. Ну вот. Ну вот. Причем там иногда люди пишут, типа, эх, было бы круто, если бы... И причем там перечисляют людей, которые, типа, не известны своей там хорошей игрой, а известны там со своими какими-то положительными качествами, харизмой, чувством юмора. Ну, да, да, типа, вот это была бы команда. Дреда пятого, она, говорит, да. Офигенно. А то, что Дред там полгода или сколько уже не играет... Го вальта, кик Дреда зовем, смайлуха, но так не будет. Да, да, так не... К сожалению, так не будет. Так всем... Так и пишут. Все знают. Если что, я думаю, попойка была бы знатная там. Да-да-да. В случае чего. Так нет-нет и да. Короче, слышишь, Егор, на меня нападает зомби, у меня есть только этот ствол. Ты беги ко мне, у меня есть мачете. Я бегу к тебе. Кинь пати Данилосу, он... Да я его уже кидал, он залип. Залип. Давай, быстрее, спасай меня, у меня кончается бег. У меня уже кончился бег, поэтому я ползу к тебе. Он от меня зомби вроде попустился. Ща. Да не лос. А он куда-то свалился. Его нет. А чё за зомби встал чисто? Ну это за мной гнался. Ну я его сейчас убью за это. А, его убили, слышь, прикинь. Так говори, где будем сейчас. Я его найти не могу. А нифига такой труп скатывается с горы. Смотри. Ой, я его замьюзил случайно. Труп скатился. А Данило стал шерифом. Слышь, он только что разбойник. Что он? Как ему это удается? Он читак. Он убил, походу, пару чуваков, и его убили потом. Я себе пару чуваков, блин, за пару чуваков шерифа уже нынче выдают. Вообще-то да. Ну, вообще-то да, там, смотря каких разбойников ты убил. Если ты убил какого-то жесткого разбойника. Вон, видишь, он пишет. Он убил двух разбойников, наверное, и стал шерифом тут же. Отлично, я как дура, я поняла, что я бронь не надела, на мне, кажется, такой ПНВ такое суровое. Снайперка такая в руках суровая и маечка топик такой голубой. Найс. Это, какой сервак? Европа 18, по-моему. Не 16. Так, и чё мутим? Так в кляр, какие у нас вообще варианты есть, кроме как прорываться на пролом? Ну вообще-то у меня снайперка, у тебя что? А, не, у меня автомат. Ну всё, ты на пролом, ну, мне нужно отригенить. О, смотри, смотри, зомби просыпается, я вообще убью. Беги от него. В свитерке, в таком модном. Сейчас покажу, говорит, смотри. Сейчас покажу, берет меня, рубит. Да, тут нельзя, я тебе отвечаю, все равно. Так, че он такой задрот, он прыгает, как он будто... Он прыгает, стрейфится, боже. Как задрот, ему лет... Задрочил. Явно лет 15, не больше. Слишком хорошо он играет в эту игру. О, вот так вот. Я читал форум. Ну, про инфестейшн там что-то пыталась выяснить. И я нашла просто вопросы к разработчикам. И там вопрос. Меня укусил и заразил, типа зомби. Скажите, а когда мое ХП упадет до нуля, я смогу поиграть за зомби? Да, чувак. Ну, это так мило. Да, вообще-то. И летать на Луну. В этой игре можно все. Поиграть за зомби. А, зашел в дотку посмотреть, а мы тут зомби бьем. Ну, есть ничего, такая. Скоро я буду в зомби. Я буду в дотку. Ты будешь, Ярослав, в дотку, а ты, Ольга? Не, дотка полная. Я, может быть, буду. Но я бадхёрт на доту сегодня ловила жестко. Оп, оп, прыгаю, хотя тебе того и надо, моих бадхёртов. Смотри, нет, мне нужен твой великолепный скилл. Данилос нас ведет, короче.
прыгай, прыгай. В сравнении с теми чуваками, которых мне, по которым мне попадается, я божественный игрок в доту. Так что не надо тут. Смотри, секретный маршрут Данилоса. Хоть Данилос бежит первый, ничего не боится. Это что такое там лежит? Блять, это лежит. О, смотри, смотри. Он перелез тут через что? Что, вот задр. Не, ну это не. Это не пригласите, так сложно. Пригласите, пожалуйста. Ща. Я понял. Оп! 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 А я тебя обогнал. Оп! 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 Так, что? Что дальше он нам покажет? Какой маршрут? Не знаю, не знаю. Стрейфить, стрейфить. Стрейфить, обязательно пострейфи перед забором так же. Там так. Сейчас я. Хоп. Сейчас, сейчас. Поподбегаешь так. Хоп, садишься. Хоп. Смотришь. Не-не, садиться не надо было, или надо сел, было. Сел, сел, встал, пошел. Сейчас я поеду. Сел. Посидел. Так, напротив. Шинка? Что? Рулька может? А-ля шиномонтажка, там сидят. Опа! Все, шиномонтажка, я тогда на машину. О, уже стреляю. Это тебя бьет? Да у меня. Я не могу, у меня просто залагал, меня в спину просто какой-то хренью запилили, отвечаю. Понял. Так, в обход, через мусор, через мусор. Через мусор? Там шинка, шинка в кляре. Слышь, смотри, какой он... Ну все, мы нашли учительницу. Это мы тоже делали. А меня лутают, между прочим. А мы, между прочим, все, так мы сейчас пойдем. Не, не лутают, но я слышу шаги вокруг. Где-то было недалеко. А я палю то место, короче. Походу я отделился от стада, нельзя. Да мне пишешь, что мне так лагает, ты понимаешь, что у меня просто... А! Кстати, тут можно взять к тебе, Ярослав, топор у пожарной машины, чтобы в случае чего от зомби отбиваться. Полная хрень. Чё? Топор? Полная хрень, а как ты будешь от зомби убегать среди города? Не, ну я слышу, слышу его, слышите, он тут ходит вокруг. Мы тут с Данилосом уже рядом. Место, что? Где меня убили, он тут... Вот, я прям топот слышу, блядь, кабаны бегут, стадо, все, меня вы. Так все, мы тут... Данил уже сзади просматривает территорию. Мной, просматривает, уже. Просматривает. За мной зомби гонится, это проблема. Ща я его кил. Прикрылся ко мне, сука. А чё? Он цена... сюда идет, то есть его видит Данилос, а мы не видим. Он задрот, он видит. Пойдёт. Понимаешь, это как в дотке. Ты предсказываешь, что чувак делает. Надо через какой-нибудь пиксель, как тут через забор смотреть. Через... А, ну, вот... Где-то тут. Не... А, во-во-во. Ну, типа вот так вот. Ну-ка уйди, я. Поворачиваешься и смотришь. Ну, типа тут довольно мало видно. Мало видно. А куда Данилос пропал? Он тут. Стреляют. Так а я. А, вон Данилос. Я думал, он уже прошел туда. Нет, уже он валит. С двухэтажки. Блин, он разбирается в кляре. С двухэтажки. С шиномонтажки, с двухэтажки, с пожарки, с ментовки, с аптечки. Го на шинку пойдем. Го на шинку. На шиночку, в бильярдчике. Тут надо прыгать все-таки. Стрейфить обязательно, обязательно. Это шинка, да, я пошел. Занимаю шинку. Шиночка. Оп, оп. Боже, я смотрю, что этот задрот творит. А я тоже так хочу. А боже, вот это задротство. Че там, что мы сделали? Через какую-то траву я перепрыгнул через забор вместе с Данилосом. Понятно. Это шинка или то была шинка? Я думаю, мы еще не дошли до шинки. Вон, видишь, тут много людей, трупов зомби. Видимо, сдается мне, что... Сдается мне, что они все на меня бегут. Ну вот, а ты без этого, так что давай, уходи. А, что их так много? Их реально да, очень много. Да, они вообще со всех сторон за кем-то бегут. Тут по улице, вау. Вау-вау-вау. Короче, надо валить. Нас сейчас зомби замнут. Ты посмотри, сколько их. Ща, мы их замнем всех. Да, сзади, если что. Если что, сзади зомби. Ай, что? Их очень много, боже. Я тебе говорю. У меня уже хп с процента 40. Так, я беру это на себя. Я слышал выстрел. Это чей? Тоже, не знаю. Какой-то ад, чёрт.
Причем, мне так, кажется... Так, 16-й, говорите. Мне кажется, мы справились с зомбями, но... У меня хп осталось 40%. Возможно, нас убьют. Мне захотелось днем, чтобы и в аэропорт сходить. На таком конце, боже! Ярослав умер. Ну я залез на шинку, меня откуда-то сзади убило... Убили, короче, вот так вот. У меня Дейл, блядь, забить. Сейчас вернусь. Ты их прям так часто убиваешь? Нет, я бегал все это время и смотрел, как их убивают, но... Оп, за ящик, как крыса. Поджидаю. И со мной Данилус. Теперь ты уже босс, походу, тусовки. Не, Данилус босс тусовки. Не, мы так в порядке спрятались, на самом деле, нас тут не найдут. Нас там бы не нашли, если бы... А, он меня похилил. Нормально. Фига, давай скинем его что-нибудь. Скинь шмота. Боже. Походу его убили. Так, а я буду продолжать сидеть здесь как трус. Как дурачок? Не, его убили, он выбежал, потому что. Или его выкинул, я не знаю. Потому что к трупу я его не вижу. Я слышал стрельбу и вижу, что Данилуса больше нет. То есть как бы либо его убили, либо он вылетел. А что это тут? Походу он просто вылетел. Потому что я не вижу труп. Ты, у тебя пати-то вообще какой-то осталось? А, во, это Данилус. Сейчас, У вас пати какой-то есть, я говорю, или что? Нет, нету. Он, видимо, реконнектился. Сейчас я его заинвайчу. И меня заинвайте. И да. Я почти зашла. Пожар в штанах. Данилус заинвайте. Я последний. Слушай, светает, кстати, уже. Я 36-й. И тебя позвал, все, норм. А да почему я прислонился к стене, к этим веткам, если я сижу, то у меня все дрожит, экран дрожит. Позови в пати дрожащий экран. Все, ща, Вася. А, привет, последний. Да что за стрельба там происходит? Я не знаю, я, короче...